Паспорт обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации. Это буква закона, а для мальчишек и девчонок, собравшихся в зале, первое значимое событие в жизни. И взрослые постарались сделать его запоминающимся. Четырнадцатилетний возраст – замечательный возраст. И получая сегодня паспорт, перед ними сегодня открыты все дороги. То есть, во-первых, у них какие-то приобретаются обязанности и права. И, конечно, им хочется пожелать удачи, им хочется пожелать новых достижений, побед, радовать своих родителей, трудиться на благо нашей Родины, достигать каких-то высоких побед и, конечно, любить свою Родину и гордиться ей. 14-летние девчонки и мальчишки сегодня заметно повзрослели, почувствовали свою причастность к нашей великой державе. Гражданин России, гражданин великой страны, мне кажется, на самом деле это настолько звучит гордо. Мне очень хочется пожелать, чтобы вы вот трепетно носили, наверное, действительно это звание. Мне кажется, в жизни каждого человека в 14 лет появляется первое звание «Гражданин России». Лично я горжусь своей страной, вам этого искренне желаю, но я убеждена, что, наверное, подходя сегодня вот к этому мероприятию, к этому рубежу, вы все-таки понимаете, что получение паспорта – это не просто приятная процедура, а это получение определенной степени ответственности. Потому что в 14 лет, получая паспорт, вот эту замечательную книжку, с которой вы потом пойдете по жизни, появляются новые обязанности. В то же время пополнился у ребят и список их прав. Например, можно поступить на работу, распоряжаться заработком или вступить в профсоюзы. Но все это обязательно согласовать с родителями. Торжественное, волнующее состояние, ну, у меня и у ребенка моего, поэтому это особый день. Я думаю, он запомнится ему надолго. Ну, как вы считаете, он уже взрослый человек или все-таки еще ребенок немножечко? Ой, вы знаете, если сказать в общем, то, наверное, еще осознание того, что, получив паспорт, он станет более взрослым, наверное, этого нет состояния. Ну а на самом деле, конечно же, паспорт – это ответственность, это первый документ человека, который определяет его как личность. Поэтому осознает, поймет, но и сегодня этот день, я думаю, пройдут годы, надолго запомнит это торжественное мероприятие. Ребята просто замечательные. Это наши жители, это школьники наших общеобразовательных школ города Раменского и Раменского района. Они все молодые, перспективные, и, конечно, у них, вот как я еще раз говорю, все дороги сегодня открыты. В наше время. Ольга Скрябина, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».